Всем доброе утро. Добрый день, скорее даже. Я сегодня, когда выходила на работу, то русское радио оставила включенным. Думаю, ну это через интернет, оно отключится. А не отключилось, представляете, пришла, а оно работает. В общем, я там себе уже настругала салат. Осталось только заправить. У меня там рис оставался. Я уже разогрела его. Поэтому... Ай, горячий, горячий, твою мать. Горячий какой. Поэтому сейчас буду кушать. Заправлю салатик. Ну, это обычный зеленый салатик. И рис. И всем приятного аппетита. Я сегодня одна обедаю. Ой, прям. Вот это вот хорошая жилетка. Такая у меня. Такая жилетка есть. Но у нее ворот такой высокий. Вот этот. И он мне натирает шею. Ой, у нас погода сегодня, солнце, представляете? У нас солнце, но ветер. Как говорится, рано радуйтесь. Поэтому вроде бы как и тепло, но с другой стороны ветрище. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Прям как картина, правда? Картина Репина, приплыли. Цветочки мои красивые. Пойду за обедать. Фу, завтракать, обедать, уже голова не работает. От голодухи. Всем приятного аппетита. Поработала немножечко. Полотенце повесила, еще постирала. Чтобы на завтра у меня высохли, а то у меня вообще совсем мало осталось. И сейчас на улице тепло и ветер приутих. Я думаю, что они высохнут до завтра. Там у меня еще есть. Вот. Да. И сейчас пойдем мы на пляж. Вот, вот, вот. Любовь моя. Ой. Ну дай с людьми поговорить. Да, сейчас пойдем на пляж, погуляем с Чарли. Ну дай с людьми поговорить. И поеду в Алькампу. Я хотела завтра поехать, а потом подумала, мне же нужно завтра салат делать. Я буду огурцы с мясом делать. Мне понравился очень салат. Он такой свежий, мне кажется, к мясу очень даже подойдет, когда Пасху будем отмечать. А куличи никакие не буду печь. Вы знаете, мне куличи вот эти всякие не нравятся. Так как вообще вот тесто мне не нравится. Такое вот, которое, ну как для куличей, дрожжевое, скажем так, да. Тесто мне не нравится. Я больше люблю всякие бисквиты. Такое, чтобы не сильно сухое было. Конечно, сейчас куличи разные есть, какие только хочешь. Но мне не особо мне они нравятся. Мне даже пироги не очень нравятся, если только они чиненые и, знаете, там мало теста. Не знаю, как-то не пошло вот у меня. Дрожжевое тесто вообще не очень люблю. Я даже вот белый хлеб вообще не ем, он мне не нравится. Поэтому печь ничего не буду. Тортик делать. Жарко будет, он весь поплывет, тоже не хочу делать. В общем, хочу, знаете, что купить? Как же называется? Панеттоне. Вот итальянские, они очень похожи, итальянские, как они, кексы, да, большие, они очень похожи на Пасхи, но, тем не менее, они вкусные. Хотя там тоже дрожжевое тесто, но оно более сдобное, более пышное, и так как есть там цукаты, то не такое сухое. Мне кажется, с чаем очень даже пойдет. Рука устает. Ой. Вообще, когда феном много пользуешься, знаешь, мне все спрашивают, а руки у тебя не устают, как ты привыкаешь? Когда, конечно, много волос у женщины, и как-то стоишь целый час, кого-то там укладываешь, бывает и такое. Тут у испанцев, у испанок очень хороший волос, такой прям толстый, ядреный. Но у них очень часто появляются седые волосы. Уже в 20 лет у многих есть седой волос. Но он прям такой, ух, ядреный. Редко у кого встречается, вот, у европейцев, вот, вы знаете, французы ко мне ходят, допустим, да, немцы, у них тонкий волос. Тонкий, светлый волос, в принципе, как и у нас. У нас же тоже большинство тонкий волос, а у испанцев нет, у них прям такой, ух, ядерный, хороший волос. И вот у нас тут на горе очень мало бабушек, которые, вот, знаете, у них нет уже волос. Им по 90 лет, а у них такая шевелюра. Вот. Нет, конечно, не бабушек я по часу укладываю. А вот есть женщины у меня, которые длинные волосы, их стоишь, укладываешь. Запыжишься феном держать. Так, отстранилась от темы. Поеду в Алькампу.
куплю себе, что мы будем пить. А пить я не буду ничего алкогольного, я буду пить воду возьму и аквариус, наверное, возьму. Хотела, думаю, безалкогольное вино какое-нибудь, но что-то не знаю. Газировку тоже я не могу пить с моим желудком. Вообще, скоро воду будет отказывать в воде и то. Хотела компот наварить, но опять там сахара до хера, и выпьешь этого компота целый, пока сидишь там. Лучше, говорю, воду буду хлебать. Вот, и что еще? И вот это вот панито не нужно купить. И подумала, а что я завтра поеду? Завтра же мне нужно салат сделать, мясо замариновать. И что, после работы приеду, и все это дела, и в магазин. Лучше я распределю на сегодня и на завтра. Но, естественно, сначала нужно с Чарли погулять. С моим лапой, с моим таким сладким мальчиком. Да, он так у меня облизает вообще. Весна. Он у меня везде, всегда, он у меня влезает все время. Ой, мне вчера, знаете, что было, я вам не рассказала. Вчера опять к Чарли позвонили по телефону. Вот. И я тоже удивилась. У нас то опять прививку надо делать. Ну, каждый год мы ее делаем. В общем, поэтому нужно в понедельник пойду и запишемся на прививку. Ну, там делают прививку, осмотр ему, уши, рот. Ну, рот нет, потому что я ему одеваю этот намордник. Иначе он всех потяпкает. В общем, его слушают, проверяют температуру, проверяют уши и прививку. Прививка не одна, а там несколько прививок всяких там. В общем, у нас от Хунты Андалусии присылают письма. Это вообще обязательно делать прививки собакам и вносить и делать чипы им. Ну, конечно, никто не проверять тебя не будет, там штрафовать что-то, да. Но если вдруг собака потерялась, то так намного легче, тьфу, не дай бог, чтобы он меня потерялся, найти и все такое. Потому что я даже не представляю, если он потеряется, я, наверное, умру. Чему синотик. Так вот он всегда с мамой сидит. Куда я, туда и он, моя рыба. Так вот, поболтала с вами немного. Сейчас идет пора стрижек. Все стригутся. Знаете, до Пасхи католической все приходили красить волос женщины, чтобы красивым быть. И без седых волос. А сейчас вот прям на этой неделе у меня все идут стричься. И мужчины. Представляете, одни мужчины. Но они уже такие в возрасте мужчины. Вот, прям целая неделя мужиков. А чем там хорошо, брым-брым. Немножко ножницами сверху поработал. И зашибись. И все. И иностранцев много. Иностранцы здесь тоже, вот, допустим, те же англичане и французы. И они не укладывают волосы, они только стригутся. Зато когда их уложишь, им так всегда нравится. И они хорошие чивы и оставляют. Даже, может быть, знаете, целую стоимость стрижки они могут тебе дать чаевыми. Так что здорово. Пускай идут. А у нас тут их в нашей зоне очень много. Ладно, сейчас немножко еще поработаю и пойдем на пляж. Неужели я вижу эту панораму? Даже не верится. Вы посмотрите за одно утро, как сменилась погода. Утром был такой ветер. А сейчас... Тишь да гладь, Божья благодать. Небо голубое, небо, и море. Даже на пляже вон там люди сидят, загорают. Вообще, я офигеваю. Минутка релакса. У них, наверное, брачный сезон.
Нет, я им не нравлюсь. Боже, их, наверное, там столько, что я бы, наверное, умерла бы вместе с ними. Вот тук-тук, представляете? Квак-квак-квак. Квак-квак-квак. Мичико. Мигуапо. Бляки умбасито, маме. Бен умбасито. Бен умбасито. Бен умбасито. Бенте. Ну, кире. Ну, хочет он мне бусито. Бамо. Ну, кире бусито. Ой, жарко прям, хорошо как. Лафа. Я уже дома, вы посмотрите, что делается за один день. Хожу с открытыми рукавами, и мне совершенно не холодно. Я вообще валяюсь. Мы вчера, знаете, весь день переживали. Ой, да погода не такая, погода вообще плохая, как мы будем в воскресенье сидеть. Я говорю, да подождите еще. Я смотрела первую программу, первый канал, там всегда новости погоды, там не врут. И там говорили четко, что идет антициклон. И я все успокаивала, успокаивала. Но сегодня утром, когда встала и был ветряга, думаю, блин, а сейчас вообще... Смотрите, что я себе варю. Купила 7 креветок. 7, но они большие. Это будет мой ужин. Я думаю, что хватит их варить. Я почему-то... Есть, уже продаются готовые, но я почему-то захотела, знаете, чтобы с лаврушечкой был. Как вот мы в России раньше так варили. И вкусные были. Буду вот так ужинать. По-царски. Ну, сейчас креветки всем доступны, поэтому это раньше, знаете, было что-то сверх такого. А сейчас креветки, по-моему, сейчас уже вообще, мне кажется, никого ничем не удивишь. Чего только нету вообще. Смотришь магазины, переполнены всем. Только самое интересное, что мусорные мешки я так и не купила. Зато туалетную бумагу купила, что очень важно, потому что мусорные мешки-то я, по крайней мере, с работы принесла. Хотя и туалетная бумага там у меня есть. В общем, ничего не купила. Молоко, ананас для смузи делать. Ну и воду на праздник нам. Праздник нам приходит на Пасху. И все. Сейчас пойду ужинать. Креветки, бананочки. Пипец какой-то, села новости послушать, а там не только убийства какие-то, то отец убил мать, то еще кого-то. И так целые 10 минут, представляете? Вообще мир сходит с ума. А еще сейчас выборы будут показывать 100% полчаса. В общем, по телеку посмотреть вообще нечего. Завтра уже суббота, завтра тем более. Я не знаю почему, но по выходным вообще по телевизору ничего смотреть невозможно. Хотя я и так телевизор мало смотрю. Если только смотрю, то погоду включаю, новости иногда. Но только испанские, русские уже не смотрю. Ну, как бы, знаете, живу вроде бы в Испании, и интересоваться русскими новостями как бы мне не, ну, скажем так, не интересно, что ли. Да, ну... Логично, да, или нет? Ну и то особо. Вот говорю, включили, а там одни убийства, еще что-то. Я такое тоже не люблю. Рыбуш себе сделала. Рыбуш. Собака горячий. И все, буду пойду монтировать. Наверное, компьютер включу. В Ютубе полазю. У меня сегодня не было времени туда даже заглянуть. Вот поэтому сейчас наверстаю упущенное. Завтра у нас суббота и потом Пасха. Не знаю, так жду этого праздника. Мы вот как-то с детства привыкли к этому празднику, поэтому немножко, даже больше, чем Новый год, наверное, его жду, представляете? А если бы в России была, то бы вообще на кладбище всех родственников увидели бы. Ну ладно, все это будет послезавтра, а сегодня всего вам самого наилучшего, удачных выходных, у нас солнышко, погода обещает быть прекрасной, всего вам самого лучшего и пока-пока, до завтра!